Не падай, дом у моей Лэнги! Что происходит? Давай быстрее! Ёб твою мать, учитель, отнесите, я Евгений! Садись так, все соцсавки, кто тебе в грязь повалил? Сидели помидорами, конфорах, блэк! Ну, сука, доминик, блэк, Евгений тебе поможет! Женя, помоги! А, Женя, блядь, уже не ошел! Я всегда на помощи, с вами знаю танцы! На самом деле, дерзите сейчас, будет очень некомфортно! Я же сказал вам, дерзите с ее вашу мать! Учитель, блядь, ремень пристегни! Эй, а это что, скорая? Какая нахуй скорая-то? Хлебовоз моего брата, я работал на двух работах! Успокойся, мальчик, это всего лишь страшный фильм. Это не реальность, это кино. Фильм, боже, фантастика. А нахуй там это фантастика? Ты еще скажи, Санта-Клаус существует и подарки принесу. Это реальность, ёб твою мать, лекарь. И объясни пацану, что мы в России живем. Видишь, что за дороги, блядь, хуёвые? Россия! Как ты сказал, Россия? Ну, конечно, посмотри, что сзади творится, блядь. Россия, конечно, бля, где все так может быть, бля? Пристегнись, ёб твою мать, пидараса! Племянника соседа твою родного брата стену хина. Тот ща подъемник рам тебя по ебани уйдет. И ремень сказал, бля, сукина, бля, варангеловская дочь, бля. Нихуя. Так, Сиашон, снова в деле. Давай, бля, доктор, расскажи, что это все фантастика. Российские дороги фантастика. Твоя мама фантастика, бля. Чутахи в бикини в сауне, она фантастика. Что, бля?